Дорогие садоводы, мы продолжаем наш рассказ о посевах семян, о тех условиях, которые нужно создавать маленьким всходам для того, чтобы они лучше развивались. И вот существует глубокое заблуждение, что все маленькие всходы нужно держать при теплой температуре. Да? Вот Людмила Ивановна Калашникова, наш постоянный консультант, она имеет опыт выращивания различных растений, и многолетних из семян, и редких растений. И посмотрите, мы сейчас стоим на лоджии, это утепленная лоджия в 9-этажном доме. И здесь у нее растения, вот и пеларгонии стоят, зимуют при пониженных температурах на разных уровнях на полочках. И вот сейчас уже она посеяла семена, у нас январь месяц, у нее уже много всходов. И вот эти вот семена стоят вот здесь в пакетиках. Распекированные. И тут есть подсветочка. Мы просто ее сейчас выключили, чтобы у нас камера не засвечивала. И как раз здесь температура 12-14 градусов, да, держится. Да? 12-15 градусов, угу. Не больше. При похолодании вы как вот здесь регулируете температуру? Открываю форточку в комнату. Или если уже большие, то есть пониженные температуры, то открываем и дверь. Балконную дверь. Да. Угу. То есть это поступает просто тепло, угу, из комнаты. И здесь поддерживаются. Угу. Пенопластом утепленная эта, да, лоджия, потолки, стены, двойные рамы. Пленкой стекла. Ну вот видите, какие условия нужно создавать для выращивания всходов многолетних культур, да, это ведь, да, многолетние. Ну, однолетние можно, но это уже в марте, в апреле, когда уже будет более здесь тепло. И тоже здесь однолетним нравится, петуниям, допустим, рассада здесь не вытягивается, она очень крепкая растет. Угу. Угу. Так что это, скажем так, универсальный. Угу. Ну вот имейте в виду такой способ, если кто-то очень увлечен выращиванием, да, да, декоративных растений из семян, то, пожалуйста, примите к сведению вот такой вот способ и выращивайте свои растения на лоджии и даже маленькие сеянцы, потому что многолетникам именно вот такие условия нужны.